В городском управлении молодежной политики рассказали, что у желающих принять в нем участие еще есть время. Заявки принимают в патриотическом центре «Ратмир». Сами соревнования пройдут в сквере имени Гудовича. Кстати, здесь скоро вновь заработает обновленный скейт-парк. Сейчас это просто площадка, на которой наша молодежь пока занимается только воркаут-спортом. То есть это брусья, это какие-то силовые упражнения. Но все мы, жители города, и знаем, что относительно недавно предыдущий скейт-парк сгорел. И глава выразил четкую позицию о том, что скейт-парку в Анапе быть. Именно благодаря этому в кратчайшие сроки были подготовлены все необходимые технические документы строительные. Сейчас уже отыгран аукцион, определен подрядчик. В настоящее время производится монтаж конструкций, они монтируются и будут доставляться уже в готовом виде на нашу территорию. Начиная с 20-х чисел сентября этот процесс уже будет виден на нашей площадке.